Всем привет. К сожалению, у меня произошли на компьютере некоторые технические неисправности, поэтому не могу пока делать стрим, поэтому пока мы записываем Сёгун Total War Mongol Invasion дополнение, пока я не исправлю ошибки, не восстановлю техническое состояние компьютера. Так, в общем, завершаем. Мы начинаем мы с завершения хода. Масаки большой замок. Сагами улучшенные фермы, Ичиго то же самое, Хитачи, Доджи лучник. О, опять ман. Ни хрена себе, сколько у них подкрепление прибыло. Ну откуда? Вот они вроде победу не заключали, откуда у них подкрепление? Блин, у меня здесь даже столько войск нету, чтобы противостоять им. Так, наверное, нам нужно здесь более активно тогда. Монголами. Вот так и будет, наверное, все в этом подкреплении. Вот из провинции жалко им сдавать будет, потому что у меня такие солдаты делаются. Кто у них там подкрепление, интересно? Так, ну на этом ходу мы постройки между границами. Так, здесь лучше не фермы строим. Итачи. Строим. Крепость. И делаем конец хода. Так, из бунга монгол отступаем. Нагата они хотят сражаться, но силы примерно равные. Блин, у меня большинство здесь крестьян, вот этих стрелков, которые вообще ни о чем. Не, ни о чем, но они быстро сбегают в случае чего. Так, ну ладно, подсражаемся. Там смысла таких крупных армий все равно нету, поэтому хоть что-нибудь. Может быть, у нас выгорит, хотя навряд ли. Так много. Почему не могу войска разделить? А, ну вот это не надо. Нет, это я просто начал сражение. Ну фиксим. Так, давайте. Я
Получить пока поборемся. Давай.
говорю, пока что за копеечки, пока не сохраняем. Давайте все силы на этот какой-то отряд. Ага, еще один отряд не зашел под степень. Там уже корейские копейщики. По корейским копейщикам пускай огонь наносит наши арбалетчики. А все остальные сюда вот. Главное, кавалерия не бросит на копейщика. Хотя у нас тоже количество подкреплений. Давай насколько лет тогда. Вообще непонятно. Эл, это наше подкрепление. Это уже дела. Они вообще могут не прибыть на поле боя, что ли? Побоище было бы.
Мы почти победили. Но это сигары, вон какие отряды убегают, по 80 лишних бойцов. Где подкрепление, вообще непонятно. Монголов они вон зашли сразу, и вон сколько их зашло. У нас вообще никого даже не видно.
Так, прошу прощения, я немного отходил. Так, что у нас подкрепление? Копейщики, лучники, да? Кто где, сейчас мы определимся, пока на паузе стоим. Здесь два отряда лучников, отряд копейщиков. Вы по всей карте разбросали нас. Фиг поймешь, где кто. Так. В общем, сейчас я под щекун и ссылки, у нас остались три отряда. Их давайте пока сюда вот, что ли, всех. Все, снимаем с паузы. Противник сейчас тоже пытается перемещаться. Нам нужно быть наготове. Так, еще подкрепление прибыло. Эх, что нифига себе. Что ж мы с вами всеми делать-то? Как вас тут много наприбывало. Так, кто еще прибыл? Вот эти, по-моему, еще. Получается, два отряда. Вот где они, интересно? В общем, все копеечки давайте устраиваем здесь вот. Конной кавалерии, сюда. Ой, конной кавалерии. Что я тут говорю? Стрелковой кавалерии. Давайте пока сюда отходим. Так, расходимся в свободной формации и начинаем атаковать вражеских сибирских кавалеристов. Это вот первое. Лучники, лучники, давайте все сюда. Да, да, они наших копейщиков расстреливают. Давайте идем тогда в наступление, а то они сейчас... Сейчас нас расстреляют. Так, это у нас что? Так, и берем. Берем вот эти, вот эти, вот эти, вот эти. И... Вот сюда. Так, теперь, значит, лучники. Давайте по разным копейщикам. Что мы сейчас обходим? И успеем там. Так, несколько копейщиков. Давайте сюда мы сейчас копейщиков. Сюда подмещаемся. Вот он не получился. Как легко это бежало. Там наши копейщики, давайте спросим тогда.
Мангельский тяжелый человек, что же убегает, а вот он, пока мы не убежали, далеко. Они как-то лучше, в общем-то, если чего любить теперь. Здесь мы уничтожили. Давайте будем в атаку на копейщиков. Болельщиков, ой, копейщиков. И на легких кавалеристов. Если уйти, давайте туда тоже огонь. А кто там где-то еще пришел? А, тяжелый кавалерист вернулся, да? Вытащить, когда на них опять. Вы сюда на пол. Кавалерия пригодилась, которые меня отцепили. Погонять, утягать, что нам что-то уйдут. Но они еще, правда, могут вернуться, пока ты не угонишь совсем отсюда. Так, на основной массе войск пускай пока отдыхает, там вдруг там еще у них подкрепления какие-то есть. Часть войск отправим за ними в догонку. Кстати, вот уже вернулся отряд один. Срочно на них всех стрелков натравливаем. А этих выдавливаем так, звоните поле боя. А, тут тяжелый кавалерист нужен. Да, тяжелый кавалерист, пока убегают. Боятся они наших копейщиков. Гоним их, ребят, вообще с поле боя все убегает. Так, с этими сейчас разберемся. Или они тоже убежали? Где они? А, вон они. Стоп, давайте отставить, не надо на них. Копейщиками идти, потому что сейчас они будут отходить. Если будем на дальней дистанции лучше. Да убить. Вот так вот. Убегает. Давно надо будет с ним так вот разделаться мне. Ты что, думаете, успокоишь, что ли, оставлю? Отбежали и вернулись опять. Ага. Будем по вам стрелять, пока вы вообще не уйдете отсюда. На них, мне кажется, еще может кто-то прийти. В общем, у нас сегодня серия прям... всю серию идет битва.
нас как-то залпы не очень дружные такие. Ну, видимо, потому что у них позиции более удобные. Вот и так вот сделаем. Потом они нас так и перестреляют раньше, чем мы. Потому что у нас-то стрелы очень слабо пробивают. Урон наносит, но прям минимальный. Еще конные силки у нас остались три отряда. Их давайте пока сюда вот что ли всех. Все, снимаем с паузы. Противник сейчас тоже пытается перемещаться. Нам нужно быть наготове. Так, еще подкрепление прибыло. Эх, что нифига себе. Что ж мы с вами всеми делать-то? Как вас тут много наприбывало. Так, кто еще прибыл? Вот эти, по-моему, еще. Получается, два отряда. Вот где они, интересно? В общем, все копеечки давайте устраиваем здесь вот. Так, конный кавалерий, сюда. Ой, конный кавалерий. Что я тут говорю? Стрелковый кавалерий, давайте пока сюда отходим. Свободную формацию и начинаем атаковать вражеских легких кавалеристов. Атаковать первые. Так, все лучники, лучники, давайте все сюда. Да, они наших копейщиков расстреливают. Давайте идем тогда в наступление, а то они сейчас... Сейчас нас расстреляют. Так, это у нас кто? Расстрелили, да? Берем вот этих, вот этих, вот этих, вот этих, и... Значит, лучники. Лучники, давайте по разным копейщикам. Что мы сейчас обходим? И успеем там. Так, несколько копейщиков, давайте сюда мы сейчас копейщиком. Сюда перемещаемся. Вот он и получился. Сейчас лёгко уже побежало. Там у нас есть копейщик, давайте копим тогда. Что, я чуть пытался. Как в порядке? Нам
поддержки тяжелых рядов, кто забегает, а вот сидеть, пока мы не убежали, ребята. Они как полиции вообще-то, если чего любить теперь. Здесь мы уничтожили. Давайте идем в атаку на копейщиков. Болельщиков. Ой, копейщиков. На легких кавалеристов. Все стрелки давайте туда тоже огонь. Так, кто там у них еще пришел? А, тяжелый кавалерист вернулись, да? Вы сюда на пол. Кавалерия пригодилась, которая меня отцепила. Погоняйте эти гады, что нам что-то уйдут. Но они еще, правда, могут вернуться, пока ты не угонишь совсем отсюда. Так, на основной массе войск пускай пока отдыхает, там что вдруг там еще у них подкрепления какие-то есть. Часть войск отправим за ними в догонку. Кстати, вот уже вернулся отряд один. Срочно на них всех стрелков натравливаем. Этих выдавливаем так, звоните поле боя. Тоже, так, а, тут тяжелый кавалерист нужны. Да, тяжелый кавалерист, пока все бегают. Боятся они наших копейщиков. Гоним их, ребята, вообще в поле боя все убегают. Все, с этими сейчас разберемся. Или они тоже уже убежали? Где они? А, вон они. Стоп, давайте отставить, не надо на них. Копейщиками идти, потому что сейчас они будут отходить. Если будем на дальней дистанции лучше. Да убить. Вот так вот. Убегает. Давно надо будет с ним так вот разделаться мне. Ну, что думаете, успокоишь, что я оставлю? Отбежали и вернулись опять. Будем по вам стрелять, пока вы вообще не уйдете отсюда. Ну, их, мне кажется, еще может кто-то прийти. В общем, у нас сегодня серия прям... всю серию идет битва.
У нас как-то залпы не очень дружные такие. Ну, видимо, потому что у них позиции более удобные. Это вот так вот сделаем. Потом они нас так и перестреляют раньше, чем мы. Потому что у нас-то стрелы очень слабых пробивают. Урон наносит, но прям минимальный. Там есть корейские копильщики. Их все трапают. Все лучше справляться сюда вот. Вот на этот раз. Здесь кто у них? Так, стоп, давай. Перегруппировываемся. Сюда. И сюда. Все копьеносцы, давайте кто сюда у нас. И корейские гвардейцы сюда же идут. Если убегаешь, значит. Ну, гвардейцы тоже, кстати, бегут. Сюда все. Идти просто сюда. Дай бог они будут возвращаться опять. Хотя тут, в принципе, немножко погнать-то они убегут, потому что вот край поля боя. По этому графику, мне кажется, отношения к партии примерно равны. Ну там плюс-минус. Наверное, 200 человек. Я так думаю. Закончилось наконец-то сражение. Да уж, долго, это была самая долгая, самая кровопролитная битва с этой компанией. Ну, я говорю, тут примерно одинаковые потери, чтобы побольше, чтобы поменьше. Так, мы получается, уничтожили 2519 противников, а потеряли 2863. Охренеть. Просто грандиозная битва. Больше 5000 солдат здесь полегло. В общей сложности. И
И захватили мы провинцию Нагата. С Тажима монгол отступают, но зато захватили они провинцию Тамба. Так, у нас 208, у них 208, точнее, у нас 120. Неохота, конечно, без боя такую провинцию терять, но... Что делать-то? Там сейчас покинешь, они наши постройки тут разрушат. Отступим, давайте нам пока в замок. Новая казна 6506. Ну задолбали они к нам уже Старград эти монголы. Что просто задолбали. Сейчас вернем мы наиболее боеспособные отряды. Да уж, конечно. Опустошение у нас здесь страшное по войскам. Ну и противник ведь много потерял. Мы объединимся, кого сможем. Объединить. Не надо дальше отступать. Не давать им отсиживаться, не давать им... спокойно. Так, а почему эти... А, надо вывести их сначала потом. Так, здесь что у нас? Объединяем стрелков. Кстати, я перепрыгну через провинцию. Так, так, так. Ну, это нам, конечно, подходит отряды еще с востока, но... Нам еще надо разрываться на этих повстанцев там. Их тут, в принципе, тоже, я думаю, остались недобитки, в общем-то. Да, вот это опять сюда. С отцами нанимаем самураев и... Ладно, с следующего хода будем строить еще военные постройки тоже. Так, вот из Тамба они куда могут двинуться? Харима, тут у нас войск нет. Вот здесь я могу нанять отряд, пускай будут копейщики. Плюс с востока у нас здесь двигаются тоже армии. Тут у нас солдат половчей, но зато в Ямаши у нас конный отряд будет. Тяжелый кавалерий, короче.
Так. Здесь у нас генерал, он явно не справится с отрядом тяжелых кавалерий. Надо их нам куда-нибудь отвезти пока. Тут можно в провинцию Аварии, кстати, закрепить, если что. Так, нет, не через сейчас они подкрепление из Вакаса приведут. Здесь надо лечить, строим большой замок, чтобы нам здесь тоже иметь войска. Хорошо было бы. А, мы еще можем, кстати, Шунан и кавалерию нанимать. Давайте хоть далеко и кавалерию найдем. А здесь нужно добавить повстанцев и тоже сюда выходить в монголов. Но проблема в том, что они могут подкрепление подбросить. Нам главное сейчас вот эту группировку здесь все ликвидировать как можно быстрее. Заставить их оттуда вообще отступить, отойти. Так, ну ладно, на этом мы сегодняшний сезон заканчиваем. И так у нас уже длинно получилось. Всем пока.